Конференция «Социальный бизнес. Дорога к развитию» состоялась в Азербайджанском государственном экономическом университете с участием известного ученого, лауреата Нобелевской премии Мухаммеда Юнуса. Накануне его принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе встречи с главой государства Мухаммед Юнус отметил, что позитивные перемены в Азербайджане произвели на него глубокое впечатление. Во время же конференции в экономическом университете Мухаммед Юнус рассказал об опыте и результатах, которых удалось достичь в Бангладеш. За последние 6 лет в этой стране удалось в несколько раз сократить безработицу и увеличить уровень предпринимательства. Он также рассказал о своем детище Грамин-банке. Сегодня Грамин-банк располагает 8,5 миллионов заемщиков в Бангладеш. Наше отделение находится во всех 80 тысячах деревнях этой страны. 97% заемщиков банка – женщины. В обычных банках десятки тысяч должников. В нашем случае количество невозвратов выданных средств практически нулевое. Концепция Грамин-банка делает его ориентированным на представительниц слабого пола. Максимальный интерес банка лежит в плоскости развития малого предпринимательства, так как естественным является стремление любого человека быть независимым и работать на самого себя. Приходя в банк, вы получаете деньги под развитие идеи, а полученные средства после возвращаете без каких-либо процентов. Мухаммед Юнус говорит, и это работает. Все, что вам нужно показать, насколько вы бедны. Покажи, что у тебя нет ничего. Чем больше вы сможете продемонстрировать, что у вас ничего нет, тем больше мы будем заинтересованы в вас. С каждым годом филиальная сеть Грамин-банка растет. Уже есть представительство в США. В Баку в ходе конференции был открыт фонд Мухаммеда Юнуса. Основной же задачей фонда будет оказание содействия развитию социального бизнеса. Владислав Ощишин, Руслан Джафаров, CBC.